А вы знали, что можно заработать, играя в браузерные игры в интернете? Сейчас я покажу простой способ. Выбираю игру, например, минер. Здесь мне нужно выбрать ячейки, в которых лежат кристаллы или бомбы. С каждой ячейкой награда увеличивается. Забираем бан. Теперь переходим в игру Dice. Здесь нам нужно выбрать шанс и сделать став. Если рандомное число выпало на зеленой полосе, то мы победили. Таким образом, на моем балансе уже несколько тысяч за пару секунд. Каждую ставку можно проверить с помощью криптографии. Ссылка на сайт и приятный бонус находится в описании. Номерок блатной, три семерочки. Едет, катит фраерок к сивой корочке. Номерок блатной, да три семерочки. Не помогут тебе, фраер, твои корочки. Модельная стрижка, барсетка под... Ебать! Заходит в ГАИ смазливый парнишка. Мы сегодня с папой были в салоне. Папа задарил мне новый Land Rover. Нужны мне номера в реале, чтоб пацаны все охуевали. Девчонки кричали, братки, чтоб мычали. А на постах мне мусора честь отдавали. Номерок блатной, три семерочки. Едет, катит фраерок к сивой корочке. Номерок блатной, да три семерочки. Не помогут тебе, фраер, твои корочки. Монтировкой обросшей ворсом он выдрал номер три семерки с улыбкой борзой. Не то рукой, не то копытом отдал честь и исчез в машине ГАИ с номером 666.